Кукареку. Петух. Да, кукареку. Который недавно поменялся с карапузом. Утром вышел. А тут другой петух. Что он будет делать? Он прошел по скользкой досточке. Встал на скользкую дорожку. Карапуз начал его стесняться, поворачивает голову влево-вправо и отходит на 5 корпусов, уже больше. Кукареку нападать не хочет. Он просто... Да, кукареку. Он хочет показать, что он тут главный. И без драки. Хотя, может быть, и произойти драка. Он присматривается, скорее всего, к противнику одним глазом. Посмотрим, что произойдет. Видно, какая-то курица начала линять из белых. Посыпался пух. Усиленно линять. Они уже давно немножко подлинивают. Карапуз успокаивается. Немножко. Но, тем не менее, кукареку показывает, что он тут главный. Поет на все стороны. И куры его признают. Прислушивается к песне соседей. Да, прямо на камеру. Внимательно следит левым глазом за действиями соседа. Карапуз успокоился. Видно, что он начал клевать траву. Но сейчас он опять перемещается. Опять начал нервничать. Перемещается в сторону дома. И кукареку хочет отрезать ему путь. Так, теперь кукареку решает наступать. Вот. Он даже не дотронулся, пробежал где-то в полтора корпуса от карапуза. И таким образом показал ему, что к дому лучше не подходить. А быть с внешней стороны, чтобы он в тыл не попадал. Но так, сейчас, наверное, опять начнется психическая атака на зебрах. Моряки на зебрах, да? По размеру оба петуха почти одинаковые по массе. Дело в том, что распушил кукареку свои перья и таким образом кажется больше. Хотя он немножко выше, но в принципе он еще и больше кажется в ширину. Все. Началось запугивание. Изучение закончилось, и теперь
теперь уже наращивается эскалация. Наращивается эскалация. В общем, теперь угнетений будет больше. Опять начинает гнать. Но ему лень. Странно, что же он задумал. Так. Поворотом клюва показывает, что лучше идти в ту сторону, подальше. Теперь, когда понял, что противник его боится, не нападает, он может спокойно увеличивать давление на непрошенного гостя. Хотя кто из них непрошенный? Оба такие. Заметим также, что карапуз недавно был бой, и он довольно уставший, поэтому он не хочет повторять. Знает, что это довольно сложно. Так что это его оправдывает в ваших глазах. Ну что, выходит кукареку. Показывает границы своих владений соседу, и чтобы он их не пересекал. То есть находился как можно дальше. Со временем все это может происходить дальше, но посмотрим еще. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Это был границы эго кукареку. Смотрите обновления. Пока.